Ребят, привет, у нас уже ночь. Как раз начинается самая интересная часть ночной жизни. Нам немного мешает полиция, потому что по многим причинам они сюда приезжают. Но пока серьезного ничего не было, они просто проезжают мимо нас. Мы быстро прячем машины на улице, они мимо проезжают, мы их доставим обратно.
все разъезжаемся дальше, потому что приехала полиция, как видите, за мной машины. И сейчас люди едут еще южнее. У меня садится в камере батарейка, поэтому не знаю, если я дальше поеду или нет. Я думаю, если видео будет длинным, то, скорее всего, я поеду дальше. Если нет, то до следующего видео. Сейчас заехал в магазин купить себе еды, и уже все, у нас поздно, поэтому, ребят, до следующего видео. Всем пока, увижу вас в следующем видео. Спасибо, что смотрели. Когда показывают Камптон или другие плохие районы, стараются показать вот такого плана дома. Вместо, например, дома напротив или тех домов. Камптон разный.